На севере запада Денвера находится классный город Болдер. В нем есть один замечательный парк, где мы сейчас находимся. Этот парк чем-то напоминает сад богов. Он находится чуть ниже Денвера, только в миниатюре. В 2010 году Болдер вообще был признан один из самых людей, которые живут в нем, один из самых счастливых людей, которые живут в Америке. Счастливый город в 2010 году был. Здесь он чем славится, здесь находится один из самых больших кампусов Колорадо университетов. Так что молодежи там много. Ну а нашим малявочкам что нужно? Это камни и палочки, где можно просто побегать и полазить. Воздух здесь был замечательный, плюс еще обалденный вид на Денвер. И куда мы сегодня идем? Спускаемся с горы, с скалы. И теперь смотрите, какая у нас дорожка со скалы. Мы пойдем вот этой дорожкой. Домой. Ребята, мечтайте и путешествуйте. Мечты сбываются. В нашем походе никто не пострадал. Все мы вернулись в целости и сохранности. И уставшие, но счастливые. Это было замечательное время. Самое главное, мы провели время вместе. Погодка шикарная. Воздух еще больше. Такой чистый, свеженький. Ребята, благословение вам в ваших мечтах.